Здравствуйте. Сегодня мы начинаем цикл передач. Знаете, как они называются? «Наука в жизни и жизнь в науке». Вообще, тут будут вестись разговоры, ну, с настоящими учеными и по-настоящему. То, что они обычно не рассказывают студентам, то ли из политкорректности, то ли какая-то такая вот, ну, только для посвященных, короче говоря, эта информация. И вот сегодня у нас в гостях Никита Валентович Кучерук. Кандидат биологических наук, доцент, зав. Лаборатории ей при... Экологии прибрежных сообществ. Института Академии наук имени Шершова, а институт называется Океанологии. Институт океанологии имени П.П. Шершова. Вот, Академии наук Российской Федерации. Совершенно верно. Вот так вот. Так, ну и вот самое такое для экологии вредное, вот с точки зрения такого простого человека с улицы, это нефтяные разливы. Что же нефтяники творят? Ты вообще, вы все нефти все больше и больше выливаете. В конце концов, ведь прекратится жизнь в океане, нет? Ну, это, жизнь в океане вряд ли вообще когда-нибудь это прекратится. Это человеку не под силу при всем желании. Просто катастрофы в океане бывают регулярно. И в ряде случаев они даже не связаны с человеком. А просто из всего того, что происходит нехорошего, может произойти в океане, пожалуй, нефтяные катастрофы самые зрелищные. Особенно для телевидения. Можно показать горящую платформу с клубами дыма. Можно показать разводы нефти на воде. Морских птиц, да, морских птиц, перемазанных нефтью, которые бьются... Значит, ну, им действительно нехорошо. Это все исключительно зрелищные факты. Да. А другие катастрофы, которые значительно более существенны, проходят мимо как телезрителей, так и большей части населения нашей планеты. Никита Иванович, вы ведь не в British Petroleum работаете, да? Так вот, чем же кончаются вот эти вот катастрофы-то с разливом нефти? Сопоставимый по объему разлив нефти с катастрофой, которая произошла только что в Мексиканском заливе, это был разлив нефти во время первой иракской войны, когда Ирак напал, войны в заливе, когда Ирак напал на Кувейт, отступая, разрушил массу скважин. Так. Ну, тогда в Персидский залив вылилось, по разным оценкам, от 1,5 миллиона тонн нефти до 2 миллиона тонн нефти. Это я так по-старому считаю, 1,5 миллиона тонн нефти – это 1,5 таких вот, так сказать, супертанкера, что японцы когда-то в 60-е годы делали, ну, да? Не полтора. Миллионник был только один. Один вообще, его и не эксплуатировали. Ага. Ну, нормальные танкеры – это 300-400 тысяч тонн. Ну, то есть 7... Ну, семь танкеров в одном месте. Это ужасно. А что с нефтью потом? В настоящий момент у меня коллеги работают в Кувейте, как раз в местах этого разлива. Никаких, при отсутствии очистки, когда нефть разливали, было не до... Война шла. При отсутствии очистки никаких следов того нефтяного загрязнения это не имеется. Нефть, в первую очередь, для морских бактерий, это великолепная пища. В Персидском заливе произошла вспышка численности нефтеочисляющих бактерий, которые меньше чем за год всю эту слитую туда нефть переработали в органическое вещество. Были уже другие последствия. Не результат нефтяного загрязнения, а сильнейшая эвтрофикация. Эвтрофикация. Это что же такое слово значит? В северной части залива стало слишком много пищи. Перекормили. Но так, это ну, было бы понятно. Примерно... 2 миллиона тонн нефти, наверное, в 1 миллион тонн бактерий превратились. Если не больше. Миллион тонн мяса, так сказать. Да, 1 миллион тонн мяса, да, мясного фарша. То есть эффект продолжался, но уже не за счет нефтяного, это было нефтяное, а трофическое загрязнение с едобной органикой. Ну, рыбу закормили, наверное. Разложение органики в воде, заморы и тому подобные вещи. Кислород пошел, но с природой справиться очень тяжело, и за 3-4 года даже и органику эту переварили, прогнали по трофическим цепям, и в конце концов это все опять превратилось в углекислый газ и воду. Ну да. Как это произошло? Просто при сжигании.
А что самое ужасное это было из катастроф вот, для экологии, как говорят, самое ужасное в океане? Самые страшные вещи, как это не смешно, являются это последствия завоза чужеродных организмов в новую для них экосистему. В некоторых случаях это практически незаметно. В других случаях это последствия катастрофические и практически неисправляемые. Вообще, даже если отвлечься именно от морской тематики, завоз чужеродных организмов – это одна из самых страшных по последствиям вещей. То есть организмы вселенцы, да? Организмы вселенцы. Ну, понаехали тут всякие, это называется. Именно. Очень часто вспоминают завоз каких-нибудь кроликов в Австралию, да, где да, они да, размножились, вот да. Начали конкурировать с овцами, с кенгуру. Пришлось завозить, если не ошибаюсь, из Англии непосредственно болезнь, которую поражала только кроликов. Что немедленно привело к снижению численности до нормального, так что они в Австралии не очень мешаются. Но на самом деле самые страшные вещи, которые были связаны с завозом чужеродных организмов, это, скажем, так называемый большой картофельный голод в Ирландии. Это середина 19 века, когда из Америки, родины картофеля, где разных болезней картофеля видимо-невидимо, поскольку это природная среда обитания, свое родное. Вот на незнающую, что такое картофельные болезни в Ирландию, картофельную страну, завезли фитофтору. Большой картофельный голод. За 3 года число погибших от голода людей составило более чем 2 миллиона. А для того, чтобы понять, сколько это, во Вторую мировую войну к потере союзников, то есть Англии, Франции, Соединенных Штатов, Канады, ну и всех прочих мелких стран, составили менее 500 тысяч человек. То есть 4 раза Вторая мировая война нанесла западным союзникам ущерб 4 раза меньше, чем картофельный голод в Ирландии. И продолжалась она почти в 2 раза дольше, да? Да. То есть смертность во время войны была в 8 раз меньше, чем от картофельного голода. Да. Если население всех остальных европейских стран выросло по сравнению с первой половиной 19 века, то Ирландия так до сих пор не восстановила свою численность населения. Ну, кто умер, большая часть была вынуждена эмигрировать в Америку. Вот для примера, численность населения Белоруссии после войны Великой Отечественной восстановилась где-то примерно к 80-м годам, да? Да. То есть где-то за 35 лет, а в Ирландии за 150 лет никак не может восстановиться. Да. Такой шок грибок устроил, да? Да. Или виноградная тля, филоксера. Ее тоже завезли в середине 19 века с саженцами американских сортов винограда для любопытства. Она великолепно съедает корни европейских сортов винограда. Но в результате за 20 лет европейское виноградарство было уничтожено полностью. Годовой ущерб в некоторые годы составлял, как пишут, 20 миллиардов золотых франков. Я не знаю, как их пересчитывать, но я нашел цифру, что годовой бюджет Российской империи в те же годы составлял примерно 5 миллиардов золотых франков. Внутренний валовый продукт, а именно бюджет государства. То есть 4 бюджета Российской империи. Да. В общем, достаточно такого большого государства. Что, в результате корнесобственных сортов винограда в Европе не существует.
А некоторые, все они прививаются на корневую систему американских сортов, но некоторые вещи, например, мускаты, как оказалось, на такое не прививаются, они только корни собственные, а филоксера по-прежнему расползается все дальше, дальше и дальше. И сейчас скоро не будет мускатных вин, да? Либо их сажают в особо карантинных условиях, сейчас филоксера где-то дошла до начала Кавказа. Завезли ее один раз, завезли ее полтора века назад, борются с ней безостановочно, а она только расползается, расползается и расползается. Ну, как какой-нибудь тоже колорадский жук, или да, которого, тоже, там, которого завезли, да, завезли их. Во время Первой мировой войны. Да, и он только, что с ним не делается, его только все больше и большую площадь, на которой эта зараза встречается. Ну, наверное, в океане такого не бывает. Он же сплошной мировой океан-то, там все уже давно перемешались. Ну, океан совсем не такой сплошной, как это кажется. Так. Перенос прибрежной жизни с одной стороны океана на другую сторону практически, ну, раньше был невозможен. Но представьте себе, как вы из Карибского моря с теплой водой перенесете какое-нибудь животное, ну, в то же Средиземное. Тоже с теплой водой. По системе течений гольфстрим, хотя и личинок может перенести с помощью гольфстрима. Но хотя он и считается теплой, температура воды в Мексиканском заливе 22, 24, 25 градусов, а на севере гольфстрима, хотя он теплый, 8-10 градусов. То есть при этом переносе совсем другая, и животные просто не могут туда переселиться. Так. И, в общем, проблемы с морскими вселенцами, ну, на кораблях, на кораблях обрастатели только, только обрастатели, но как это обрастатели, как правило, не были особо опасными животными. То есть некоторый обмен. Почти во всех случаях обрастатели – это то, что живет на дне, сильно не расселяется, а вот самые страшные последствия, которые были, начались после того, как в законодательном порядке для борьбы с нефтяными разливами стали использовать танкеры с двойным дном. Раньше при танкерах с одинарным днищем, пришел танкер, выгрузил нефть, ему, обратно ему нужно идти с балластными водами. Они заливались те же нефтяные танки, и в грязной воде все сдыхало. Ага. Потом он приходил опять к терминалу, там сбрасывал воду. Вода никогда из танков, льяльные воды никогда не сбрасывались. Они перекачивались в специальные отстойники. А, за это надо платить. За это надо платить, естественно, портовые, да. Зато в этой воде все сдыхало. Как были введены танкеры с двойным днищем, да, нефтяной разлив значительно менее вероятен. Балласта они вот в эти междудонные пространства чистой воды принимали сотни тысяч тонн. И, приходя в порт, они просто-напросто выкачивали эту воду со всеми тысячи, десятки тысяч кубометров чистой воды со всем имеющимся населением выкачивали наружу. И чего там только не приезжает таким образом. Например? Ну, я могу сказать по Черному морю. Самое крупное, что туда было завезено, это молодь барракуды из Индийского океана. Причем, когда ее около Одессы поймали, она имела размер полметра. Барракуда – это ведь такая... Барракуда – морская щука, да, хищная. Говорю, это вид, который водится в Индийском океане. Там же была поймана пикша около Одессы, ну, около терминал южный нефтяной. Это вид, который ни в Атлантике не опускается на юг, южнее Англии. Ну, пикша-то вроде не опасно для нас. Нет, если нет, бы в Черном море пикша, ради да, бога. Это ничего страшного. Просто это, я говорю, размер организмов, которые могут приехать с балластными водами.
Но самые пакостные вещи – это, конечно, в первую очередь, одноклеточные организмы. Не столько болезни, сколько одноклеточные водоросли, ряд из которых при массовом развитии являются токсичными. Ну, об этом я скажу чуть-чуть позже. Ладно. Это может напомнить красный прилив. Напомню. Так. И для наших морей самая гадость оказалась завоз грибневиков. Грибневик – это вроде родственник медузы, не стрекающийся, но в отличие от медузы, которая, ну что это, колпак и щупальца. Да. А вот завезенный к нам в Черное море грибневик с красивым названием «Мнимиопсис», он выглядит как две вот таких вот створки, соединенных перемычкой, а по поверхности у него идут 8 рядов, по 4 ряда на каждой створке, грибных пластиночек мелких. Он ими гребет. Он ими гребет, из-за чего он грибневик и называется. И это исключительно маневренное, достаточно быстро передвигающееся животное. А быстро-то это как? Ну, вот с такой вот скоростью. Причем ну, вот меду, да, нет, вполне заметно. Всеядное. Он ест зоопланктон мелких рачков, личинок рыб, до которых может добраться, прекрасно ест рыбью икру и ест личинок донных животных. А медузы, в отличие от них, чем питаются? Медузы питаются практически тем же, но он гоняется прицельно, а медуза что попадется. Ну, практически фильтрует. Вот что на него, об нее ударяется, то медуза – хищник пассивный, а грибневик – хищник активный. Откуда, кстати, к нам завезли? С побережья Северной Америки, от Чезапикского залива до Мексиканского залива в прибрежной полосе, где тоже невысокая соленость, как в Черном море. А, из-за солености? Своим ходом он проникнуть не мог никаким образом, потому что через высокосоленое Средиземное море он там пройти не может, его клетки раздуются от соли и лопнут. Да, он не выдержит осмотического давления. Он житель опресненных районов. И в Черном море, Черное море, оно молодое, заселено только из Средиземного моря наиболее эврибионтными видами. Какими? Эврибионтными, которые могут жить, но в Средиземном море до 40 промилле, до 40% соли в воде. В Черном море ниже 20. Нет, 40 промилле, 40 тысяч. 4%. Да. В Черном море не выше 2%, на самом деле там 16 промилле. При заполнении Черного промилле моря... Промилле – это, так сказать, тысячная. Одна тысяча. Процент – одна сотая, а промилле – тысячная. И в Черное море заселились только виды, которые могут жить и в той, и при высокой, и при низкой солености. Угу. Средиземноморские грибневики такого перепада не выдержали. И был завезен вот этот американский грибневик, у которого врагов в Черном море вообще не было. И тут началось. А что же случилось? Ну, основная рыба в Черном море – это пелагическая мелочь. Хамса, шпрот. Хамса – это у нас называется хамса. По-европейски – это анчоус. Да. А, так сказать, пелагическая – это значит… Пелагическая, которая живет в толще воды, не связана с дном, к икру откладывает тоже плавающая икра в толще воды. Для грибневика, фильтровать эту. Да, идеальная вещь. В первый раз его отметили там в 82-м году, один экземпляр. Дальше его никто не видел, а вдруг в 88-м его численность достигла 7-8 экземпляров в кубическом метре. То есть вот такая, собственно, период удвоения, сколько у него, как быстро он размножается? Крупный экземпляр откладывает до 10 тысяч яиц и делает это 3 раза за летний сезон. Понятно. Все, он прошел какую-то низшую критическую численность и дал вспышку. Дальше он начал есть. Есть зоопланктон, которым питаются шпрот и хамса. И икру. Есть икру и есть личинок. За 2 года уловы пелагических рыб упали 8 раз. Это же катастрофа для, рыболовного бизнеса. Для рыболовного бизнеса это была катастрофа. Но на этой мелкой рыбе кормилась всякая водоплавающая птица.
И для нее тоже. Для нее тоже. Только она гибла от голода. И это не было так, не выглядело так эффектно, как вымазанная утка, вымазанная мазутом. А по оценке на 2/3 снизилась численность водоплавающих птиц в Черном море. То есть это примерно на 5-6 миллионов штук. А до Каспийского моря он добрался? Добрался. То есть скоро не будет сразу... черной икры? А почему? Ее уже нет. Все, что у нас продается, это рощеная рыбоводная икра. Да. В Каспийском море килька. Та же самая ситуация. Грибневик почти подчистую выловил кильку. Катилька – это основная пища осетра и белуги. Осетр еще питается донными моллюсками. Донные моллюски во время миграции, осетры лето проводили в Северном Каспии, осенью сдвигались на юг в Южный Каспий к Ирану и весной возвращались обратно. Так вот, когда они шли, они выедали донных животных во время этой миграции подчистую. То есть там... Биомасса бентоса, это общее название донных животных, достигала 300-400 граммов на квадратный метр, а после прохода осетрового стада падала почти до нуля. Это 300-400 грамм на квадратный метр. А сколько же это будет на весь Каспий? Это только на малых глубинах. Центральная часть большие, глубже 100 метров в Каспии практически ничего не живет. А так, пересчитайте, 0,3 килограмма, даже на квадратный километр. 0,3 килограмма на квадратный метр. 10 тысяч. 0,3 килограмма на квадратный метр. 0,3... 3 тонны на квадратный километр. Не 3 тонны. Квадратный километр – это миллион квадратных метров. Миллион. Да. 3 тысячи тонн. 3 тысячи тонн. Причем на это пустое место садились личинки. Конкуренции никакой нет, они быстро начинали расти. А теперь их съел мнемиопсис. Причем, что было очень любопытно в Каспии, все вот эти вот двустворчатые моллюски в начальный период растут очень быстро, а когда растают до половой зрелости, до икрометания, наоборот, они все ресурсы переключают на размножение и уже не растут. Ну, это как бройлерный цыпленок. Ну, да. Вот он дорастает до нужного размера. Дальше он уже не растет, только яйца должен откладывать. И вот как только он бройлер дорос до нужного размера, его тут же убивают. Дальше-то его сколько ни держи, он почти не вырастет. И вот именно на этой стадии быстрого роста все время поддерживались донные биоценозы в Каспии благодаря вот этому вот двухразовому проходу осетров. Это при не очень большой биомассе был водоем с величайшей продуктивностью. Ну все. Сейчас мнемиопсис подъел личинок донных моллюсков, биомасса упала. Ну, в общем, осетру кормиться нечем. Я вспоминаю наше советское время. В Каспий впадала и до сих пор впадает Волга, вот эти вот реки с юга Урала, да, а Волга собирает сточные воды со всей вот этой вот могучей европейской части Российской Федерации, где заводы раньше особенно активно сливали, да. Так же одна из крупнейших промышленных держав мира сливала значительную часть своих стоков в Каспий. В Каспий рыба-то водилась, между прочим. Водилась. И спокойненько так это... Да, дельта Волги с ее зарослями тростников, маленькими протоками, ериками, это великолепная система биофильтрации. Фильтровала всю грязь. Да. То есть природа-то легко справляется с тем, что делает человек. А вообще человек вот может такой вот... Ну вот, если очень захочет из зловредности сделать что-то такое вредное для природы, чтобы неизгладимое, чтобы помнили, чтобы нас потом... Можно. Можно все? Да, если произвести наземный взрыв особо мощной водородной бомбы, чтобы все бы осталось оплавлено... Нет, не жечь. Очистить. Оплавленная корка. Вот на оплавленной корке очень долго будет восстанавливаться. Сначала пойдут лишайники. До образования почвы на такой корке уйдет, по-видимому, несколько миллионов лет. Но площадь вот такой бомбы, такой выжженной, это не очень большая. Не очень большая. Совершенно ничтожная, да, честно да. говоря. А если просто покрыть асфальтом, никаких проблем. Во-первых, под асфальтом, а во-вторых, на асфальте обязательно чего-нибудь начнет жить. Ну а уж пробить, как грибы пробивают асфальт, в свое время в Москве было очень хорошо видно. А вот, между прочим,
откуда берется у нас в атмосфере кислород? Вот у нас, говорят, там леса, легкие планеты. А я что-то в толк не возьму. Я помню, в школе была такая картинка. Круговорот углерода в природе. Вот, значит, из воздуха листья деревьев синтезируют там сахар, из сахара целлюлезу, а потом эта целлюлеза гниет, разлагается, ее там едят всякие жвачные животные, и опять углерод туда идет. А где же тут кислород, чтобы был, так сказать, баланс-то? Это вот как раз в норме балансы существует. Сколько, в принципе, произвели кислорода, и накопили органики, эта органика, в конце концов, подвергается деструкции. Даже если это дерево, все, что накопилось в дереве, оно упало, сгнило, в конечном счете это все является полностью сбалансированным. Вот прекрасный этому пример – тропические леса, так, которые очень любят называть легкими планеты. Никогда не мог понять, почему, Амазония, да, Амазония. Нет, почему легкие планеты, что делают легкие человека? Они вдыхают кислород, а выдыхают углекислый газ. Но тут наоборот. Это не легкие, а антилегкие в таком случае должны быть. Вот это великолепно сбалансированная экосистема, где практически полностью отсутствует захоронение углерода. Там нет ни растительного подстилки, ни того, что называется почва. Это чистая красная глина, латериты, на которых растут деревья. Каждый листочек, который падает вниз, немедленно съедается либо насекомыми, либо разлагается грибами. То есть полная деструкция. Никакого накопления углерода, способствующему тому, что кислород остается в атмосфере, там не происходит. Для того, чтобы кислород шел в атмосферу, нужно, чтобы произведенный растениями углерод был бы в том или ином виде захоронен, то есть выведен из своего цикла. Это как было в эпоху, каменноугольного периода, да? Как в каменноугольном периоде. А почему там-то оказался, превратился в уголь, тогдашняя древесина? На угольный период. Что, ее некому было съесть, что ли? Тоже жарко было. Она захоранивалась по реконструкциям в болотистых участках, в теплых болотах, где она при попытке разложиться, при переизбытке органики, происходило выжигание кислорода, а в бескислородной среде замор. То же самое, что происходит в торфяных болотах. Всюду наше северное болото с не очень высокой продуктивностью, но захоронением растительных остатков, не разлагающихся в виде торфа, вот это вот источник кислорода. Вот оно что. То есть они вот этот, они, так сказать, баланс смещают. Они, это не баланс, они выводят часть производимую углерода, органику, кислород остается. Точно так же некоторые районы океана сверхвысокопродуктивные, где на дне так называемой обвелинки, это где побережье Перу, побережье Калифорнии, Аравийское море, где на поверхность производится очень большое количество органики, которое падает вниз, и там огромная, площадью в десятки тысяч квадратных километров, зона сероводородного заражения на дне. Так же, как у нас в Черном море. Так же, как у нас в Черном море. То есть там не идет ни гниение? Ни гниение, там просто идет захоронение. Бескислородное брожение, да? Да нет, даже бескислородного брожения нет. Это просто захоронение зафиксированного углерода в осадках. Вот это современное образование будущих нефтяных залежей. Вот оно где. В районе подводных горячих источников в Калифорнии, вот как раз там, где в толщу вот этих насыщенных органикой осадках пробиваются горячие воды с температурой больше 300 градусов, это то, что черные курильщики очень любят называть. А там черные курильщики идут через насыщенная органика осадками. И вокруг каждого выхода обнаружены пятна нефти с нулевым возрастом. То есть там идет производство? Там идет производство, локально. И причем не там, где-то там под покровом земной коры. Для этого нужна высокая температура и давление. Давление там 200 атмосфер, это уже хватает. Вполне хватает. А высокая температура на таких глубинах, это вещь редкая, удивительное сочетание. 200 атмосфер, это значит 2 километра глубины.
Удивительное сочетание вот такое вот. Прямой процесс нефтеобразования современного, не на глубине, а на наших глазах. А вы мне обещали испугать еще, так сказать, красным приливом. Вот как раз в высокопродуктивных районах, где время от времени из глубины поднимаются глубинные воды, насыщенные биогенными элементами, то есть соединениями фосфора и азота. Ну, как мы вносим удобрения на огороде или на поле. В океане это основные запасы вод с минеральными веществами, это глубинные. И там, где есть их подъем на поверхность, сверхвысоко продуктивные пятна. Причем продуктивность этих мест такая, например, на 200-километровом участке побережья Перу в некоторые годы добывалось того же анчоуса 40% от общего мирового улова рыбы. То есть около Перу вообще примерно половина рыба. Было годы, когда там добывалось почти половина суммарного мирового улова. Это анчоусик, это маленькая рыба. Да, маленькая, хамса. Из которой делали, из того анчоуса делали... Рыбную муку. Нет, ее не только, из него и консервы делали, все что угодно, его ловили в таких количествах, что никуда, кроме рыбной муки, его переработать с ней не могли. Ну, белковый концентрат. И вот в этих вот местах время от времени начинается при подъеме нарушение каких-то соотношений в минеральных веществ поднявшихся, начинается цветение не диатомовыми водорослями, которые есть тот же анчоус. Диатомовые водоросли. Ну, это одноклеточные водоросли, у которых потрясающая кремниевая оболочка. Из СО2. Да. Это основная пища всех диатомовых водорослей, это основная пища, но всех ракообразных, то есть и в конечном счете всего остального живого в океане. Так, значит, и вместо диатомовых водорослей там начинают развиваться водоросли другого типа, как правило, перединевая, то, что называется динофлагелляты, это достаточно большие, покрытые известковым панцирем, все в таких щупиках. Это как? С какой точки зрения? С микроскопической. Треть миллиметра может быть такой гигант. Но одноклеточная. Одноклеточная. Вообще это крупно. Да, это очень крупно. Бывают и такие. Но самое главное, что они вырабатывают токсические вещества, нейропаралитического действия. В большинстве случаев они бурые или красноватого оттенка. Бывают случаи, когда их размножаются, они дают вспышку в таком количестве, что вода становится действительно красная. Мне тогда опасно и жить, и организм, и людям тоже, наверное, да? Ну, в общем, пахнет она очень неприятно, так что... Подпахивает, судя по всему, но ситуация хуже. Тому же зоопланктону, рачкам надо чего-нибудь есть, они вынуждены есть этих динофлагеллят, они накапливают в себе нейротоксины. Растительноядного рака съедает хищный рак. Концентрация примерно в 10 раз повышается. Его съела рыба. И на каждом следующем этапе концентрация все повышается, и когда это доходит до человека, то начинается поражение действительное поражение нервно-паралитическим ядом. Болезнь называется сигуатера. В тех местах, где бывают такие красные приливы, во время такой вспышки просто запрещается лов рыбы, как любительской, так и промышленной добыча морепродуктов, поскольку устрицы и мидии, они прекрасно насасывают в себя ядовитых водорослей, переваривают и тоже накапливают. Исход от паралича до смертельного. А подобные же нарушения баланса, в основном это связано с соотношением содержания азота и фосфора в поднимающейся воде. Подобные же вещи регулярно бывают за счет стока минеральных удобрений из рек в море. То есть искусственное, вызванное человеком нарушение баланса и в качестве результата вспышка токсичных водорослей. Слишком много, так сказать, фосфора содержащих. Даже не столько много одного или другого, они должны находиться в определенном соотношении. Есть соотношения, которые удобны для диатомовых, а есть соотношения, которые удобны для токсичных водорослей.
Никита Валерьевич, вот вы меня пугали немножко атомной бомбой, да? А я вот помню, вот у нас в 60-е годы появилась такая штуковина. Называлась она аэрозольный баллончик. И заправляли ее тогда, так сказать, фреоном. Фреон, значит, соединение, да как это называется, галогена-углеводорода. Такая безвредная, без запаха, не огнеопасная такая штуковина, которую с восторгом все применяли. Хладагент ее еще называли. Хладон-2 там. Да, ну там их много. Да-да-да. А оказывается, они ведь нас тут, во-первых, губят, там, я не знаю, тот вот слой. Озоновый слой. Вы много в последнее время публикаций про разрушение озонового слоя ты сталкивались? Да уж нас один раз испугали, мне уж хватило. Результат, который был нужен по этим публикациям, был достигнут. А какой же был нужен? А результат? Очень просто. Изготовление аэрозольных баллончиков на хладонах, на фторуглеродах и хлоруглеродах. Это вещь какая-то простая, примитивная, и этим можно заниматься в любом сарае. Ну да, безопасный. Безопасный, да, не взрывоопасный, не ядовитый, это очень легкая технология. Ну, любой сарай, это вы немножко, это преувеличили. В связи с озоновой дырой, которая, как показано сейчас, была выявлена еще во время Международного геофизического года 1957-го, когда пересмотрели вершившиеся там аэрологические записи, она была и тогда. Так, до всякого массового применения аэрозольных баллончиков. Да, они только в 60-е годы появились. А массовое развитие еще позже, массовый выпуск. Но результат есть. Есть соглашение, запрещающее, международное, запрещающее применение аэрозольных баллончиков. Ну, не аэрозольных, вообще... И теперешние аэрозольные баллончики, они теперь огнеопасны. Огнеопасны. Причем написано так, весьма огнеопасны. Да, ну, они на пропан-бутановой смеси. Они тоже считаются парниковыми газами, между прочим, да. Так что можно устраивать кампанию с борьбой против баллончиков современных. Придумывать еще что-нибудь. Кстати говоря, хладон-то, фторуглероды, да, они как говорят, влияют? Он поднимается в стратосферу, и там взаимодействует с О3. С озоном. И в результате этого он разлагается, и озон расходуется. Да? А, кстати говоря, насколько я понимаю, сильным поглотителем ультрафиолета там наверху является не озон, а как раз кислород. Да? То есть происходит захват кислородом вот этого самого фотона, он делится и прилипает к чему-то, и образуется. То есть как раз результат вот этого защитной функции, как можно сказать, немного не так. В озоновом слое меньше 5% озона, находящегося в атмосфере. Это основное количество озона в нижних 3 километрах, в тропосфере. Озоновый слой – это то место, где соотношение кислород двухатомный и трехатомный кислород, то есть озон, превалирует в сторону озона. Так. Озон – вещество исключительно нестойкое. Оно требует для своего существования постоянной энергетической подпитки. Например, электрического разряда или ультрафиолетового излучения. Там ультрафиолетовое излучение, а у нас где-нибудь на Земле... Да, совершенно верно. Нет ультрафиолетового излучения, озона не будет. Антарктида вообще является любопытным местом из-за того, что она находится точно над Южным полюсом, а вокруг нее открыто циркумполярное течение, сопровождающееся таким же кольцевым ветровым переносом. То есть воздух над Антарктидой достаточно хорошо изолирован. В отличие от Северного полушария, где циклоны прекрасно забегают и до Северного полюса. То есть там перемешивание активное. Озоновая дыра в Антарктиде начинает разрастаться во время зимы. Когда свет, попадающий туда, от Солнца, проходит через атмосферу и не приносит озоновому слою антарктическому во время полярной ночи. Ну, естественно, озон начинает разлагаться. Откуда он там возьмется? Да. Без энергетической подпитки. И если уж говорить о защите от ультрафиолета, он там и не нужен в это время. Естественно. Ну, чего там защищаться? Причем почему-то американцы, которые больше всего кричали о защите озонового слоя, кстати, именно одна из причин, по которой это были запрещены полеты Конкорда, сверхзвуковика. Он же сжигал там чего-то, выбрасывал. Да, борьба с разрушением озонового слоя.
А вот, между прочим... Обратите внимание, он летал из Франции в Америку, а он, значит, так сказать, франко-великобританский самолет, да, не американский. Нет. Его закрыли. Да. Вот. А вот то, что боковые ускорители шаттлов, они на перхлоратах работали и поставляли хлор непосредственно в озоновый слой во время запуска. Понятно. Как-то, почему-то от них никто отказываться не предлагал. По этой причине, по крайней мере. Да, это в порядке борьбы с за озоновый слой. Где политика в разговорах о легких планетах, о том, что надо защищать тропические леса? Я тоже согласен, что тропические леса – это уникальная экосистема, и мне будет, как биологу, очень жалко, если ее уничтожат. Кстати, здесь когда-то, где Москва, когда-то были замечательные дубовые леса. Но если бы мы сюда, придя, их не уничтожили, так сказать, славяне, у нас не было бы своей сельскохозяйственной культуры. Так бы и рос бы здесь лес, медведи бы ходили, а на полянках паслись бы, так сказать, копытные. Не только дубы выпали здесь в результате малого ледникового периода. Дуб, он требует достаточно, он теплолюбивый. Во времена Бориса Годунова был случай, когда Москва-река встала в пересчете на наш вот календарь 2 сентября. Батюшки. Вот это похолодание. Ну, малый ледниковый период. 2 сентября. То, где детишки в школу пошли. Да. А в августе того же года трижды выпадал снег. Но все-таки к этим самым, к тропическим лесам. Да, к тропическим лесам. Крик по поводу их защиты впервые поднялся, когда повели их активную вырубку. Для чего? Деньги зарабатывать на мебельную промышленность. Красное дерево. Красное дерево, черное, розовое дерево, да. И причем как-то зашли в Габон, в Африке, в Гвинейском заливе. Там как раз по рекам сплавляют стволы черного и красного дерева вот такого вот диаметра, длиной метров по 20, вот такие вот стволы с набитыми этикеточками. Значит, там что... Такая не потеряется, конечно. Ну, нет, естественно, не потеряется, причем их выбрасывало на берег, он сразу погружается в ил, и его уже все сдвинуть невозможно. Так что там вот такие вот на берегу лежат. И строительство идет. Припортовая. Так. Лежу, батюшки, они полы, нет у них хорошего другого дерева, нормального. Сосны нету, они на половую доску вот такой толщины отпускают пластины красного дерева. Действительно. Африка. Вот, Африка. Они начали развивать мебельную промышленность. Это имеется в виду кто? Так, Бразилия? Бразилия, та же Африка. Ну, а скажите, вы предпочтете дома мебель из красного или черного дерева или с древесно-стружечных плит? Ну, из красного или черного. Да, естественно. Конечно. Рабочая сила, это у них, как в Китае, копеечная, страшный конкурент. Ужас. Вся наша ДСП промышленность закончится. Вся северная. Это европейское и прочее. Каким образом с этим бороться? Нельзя уничтожать. Нельзя уничтожать. Очень удачный ход. Точно так же, как с аэрозольными баллончиками и запретом фреонов. Кстати, хлорорганику, бром и йод, органические вещества, в огромных количествах синтезируют и выделяют красные водоросли в Мировом океане. И уж, наверное, во много раз больше, чем человеческих. Думаю, что больше. Используют они для защиты как противообразовательную краску, чтобы у них жесткие слоевища, на которых прекрасно можно селиться разным организмом. Ну, для того, чтобы на них не садились, они их понемножечку травят и все время выбрасывают. Вот эту вот отраву, да? Да. И ничего. И ничего. И мы даже ходим по берегу океана и вдыхаем аромат йода. Да. Именно то. А этот разлагается произвели живые существа. Совершенно верно. То есть его там столько много, что он даже разлагаться успевает. Когда говорят, что надо охранять природу, это совершенно неправильное выражение. Природу охранять не нужно. Она сама прекрасно со всем справится. Ой. Правильно нужно сформулировать. Нужно сохранять и охранять благоприятную для человека среду обитания. Вот, например, что лучше? Экосистема, которая на квадратный метр производит килограмм органического вещества в течение года, или 5 граммов?
Ну, килограмм лучше. Килограмм лучше. Мы его куда-нибудь приспособим, да, там, правильно, на корм скоту, да, а да, может, еще и сами что-то, да, съедим. Ну, вот это килограмм – это цветущая вода с сине-зелеными водорослями, которым даже карась не выживает. А 5 граммов – это альпийское горное озеро с форелью. Не существует на самом деле какой-то объективной оценки, что хорошо, что плохо. 5 граммов форели все-таки лучше, чем килограмм сине-зелёных водорослей, которые, да, по-моему, никто, да, не ест. Да, совершенно верно. Поэтому это смотреть нужно на именно и говорить о сохранении благоприятной для человека среды обитания. А вот наука экология как раз об этом? Нет. Наука экология, именно как экология, никакого отношения к тому, как это сейчас используется, не имеет. Наука экология – это наука о взаимоотношениях животных с окружающей средой и взаимоотношениях животных между собой. Аут экология и син экология. А что такое аут и син? Аут – внешняя, а син – это совместная. То есть это в лесу травоядные хищники. Да, взаимоотношения между хищниками и травоядными – это син экология. А вот то, что травоядным нужно солончак для того, чтобы пополнять запасы натрия хлор в крови, это уже будет аут экология. Поскольку это не взаимоотношение между неживым и живым. Между живым и живым синэкология, между живым и неживым аутэкология. Вот это вот наука экология. Был такой орнитолог, профессор Флинт, он там в жизни животных много выступал, занимался восстановлением популяции белых журавлей, стерхов, это вполне успешно. Ну, вот он рассказывал, что он однажды произвел эксперимент в министерстве. Это было еще в советское время? Нет, не в советское, а уже в постсоветское. Он прошел по ряду кабинетов, задавая вопрос: скажите, что такое экология? Стандартный ответ был: экология – это когда? И дальше перечисляется что-то. Когда чистый воздух, еще что-то, нет, еще что-то. Нет, это просто ваше научное слово «экология», да, название которое, науки. Да. Вот оно его ассимилировало. Красивое слово. Ну да. Как когда-то кроссовки называли «адидасами», знаете, да, так вот было. Да. Да? А аппараты «ксерокс» так и до сих пор называются, да, «ксерокс». Хотя это, да, была какая-то фирма британская, правда, название подходящее, так сказать, «сухая печать», да? С перевода из греческого. И должен сказать, что сейчас специалисты, занимающиеся экологией, к себя экологами не называют. Не называют. На всякий случай. Не на всякий случай. Слово дискредитированное. Дискредитировался. Ужас какой. Скажите, пожалуйста, я вот своим детишкам, студентам такую задачку обычно предлагаю. Вот глядя из окошка МГУ, я говорю, вот какая вот тут территория вот МГУ занимает, так сказать, садовничая, руководит. Ну, где-то, так сказать, километров 10 квадратных. Да. Да? На эти 10 квадратных километров в год нужно вылить на каждый квадратный метр 1 тонну воды в год. Да, согласно? Примерно там согласно. Получается. В одном километре этих самых квадратных метров 1 миллион, да? Значит, 10 миллионов тонн, потом, значит, в цистерны пересчитывать и так далее. Это всего лишь навсего несчастный кусочек земли. И подъездные пути будут до Владивостока, там, по-моему, несколько рядов, чтобы поливать водой. А эту воду еще нужно опреснить, ее нужно поднять, да, в облака, догнать до Москвы, и тут ее, значит, охладить, чтобы она выпала дождем. И на все это нам дается энергия свыше, от солнца, да? Наверное, вся экономика Земли не смогла бы организовать искусственный, так сказать, полив МГУ. Людям приятно преувеличивать свои возможности воздействия на окружающую среду. Я говорю, локально затравить чего-нибудь выбросами тяжелых металлов 100 квадратных километров, это получается. Сделать чего-нибудь глобальное, ну, как-то, я не знаю, примеров не знаю. Ну, вот Аральское море. О, да. Да. Ведь высохло же, потому что поливали хлопчатник, ведь оттуда, из-за, да, Амудари, Сырдарьи, да, вот. Да. Вот у меня как раз завтра кто-то защищается молодой человек, так, кандидатскую диссертацию по современному состоянию фитопланктона Арала.
Так. Ничего, кроме вот тех самых диатомовых, в нем не осталось. Но количество диатомовых по сравнению с ситуацией до того момента, как орал стал пересыхать, увеличилось в два раза. И продуктивность выросла, то соответственно. То есть еще лучше стало, да? Ну, с точки зрения диатомовых, да. А он пересыхает так вот, так сказать, первый да, раз? Да, помимо того, что продуктивность аральской системы не сильно уменьшилась, ну, рыбы не стало, но что поделать. Печально. В чем забавно, что когда соленость там была 100 промилле, то есть 10% рассол, там еще жила какая-то рыба под названием речная камбала. Размножаться уже не могла, но еще кто-то плавали. Да, так вот, во время одной из экспедиций на берегу отступающего Арала, берег 2003 года, это уже практически... Практически ничего не осталось. Ну, из-под воды вылез святилище Мазар, построенное в середине 16 века. Вот, уже так, это все уже было. То есть это какой-то циклический процесс, который частично, но наше воздействие может накладываться. Но основной вклад, по-видимому, это не полив хлопчатника. Ну вот спасибо, Никита Валентович. Ну вот мы попытались доказать народу думающему, что слабо человечество себе испортить жизнь на самом деле, да? Если только там какие-нибудь микроорганизмы нам подложат свинью, а так справимся, наверное, да? Мы-то не сможем уничтожить природу, природа нас вот сможет именно, уничтожить. Вот именно, человеку с природой справиться нереально. Ну вот, дорогая публика, спасибо вам за внимание. Будет возможность, приходить к нам еще. Всех благ, удачи.